Количество несчастных случаев на производстве в республике снижается. Это результат взаимодействия руководителей предприятий с объединениями по защите прав работников. Какие меры помогут улучшить условия охраны труда сегодня, обсудили председатель общества профсоюзов и глава региона. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Профсоюзный контроль за работодателями в республике усиливается. К проверкам предприятий подключаются и уполномоченные по охране труда. Подготовка специалистов выходит на первый план. Только в прошлом году аттестовали 350 человек. Мы, конечно, сейчас много работаем по защите трудовых прав работников. В 87 судах наши были представители на стороне членов профсоюза. Когда трудовые споры рассматривали. Да, 86 дел мы выиграли. Социальная у нас обстановка в республике, спасибо, она хорошая такая. Действительно, приятно, что мы поднялись в рейтинге средней заработной платы. Я думаю, что это сыграло и позапрошлогодний, 20 декабря, ваш указ о мерах по повышению заработной платы в республике. Рост уровня заработной платы – приоритет. Так отметил Михаил Игнатьев, республика выполняет в полном объеме целевые индикаторы повышения оплаты труда в бюджетной сфере. И по трудоустройству, которые обращаются по нашей программе поддержка занятости, у нас тоже по сравнению с другими регионами Российской Федерации позитивная динамика. Те, которые обращаются, во-первых, пользуются возможностями переквалификации, переобучения. И ежегодно на эти мероприятия мы выделяем соответствующие средства. 450, почти 500 миллионов рублей ежегодно. У нас нет каких-то таких больших проблем, которые мы не можем, по которым мы не можем договориться. Мы, вопросы, конечно, есть и у работодателей, и у органов власти, и у нас. Но на сегодняшний момент мы все-таки достигаем того консенсуса. Почти 4000 человек к нам обратились за консультацией. Мы там дали им какие необходимые консультации. Еще одна задача – приобщение работников предприятий к спорту. Глава региона отметил, что здесь многое зависит именно от профсоюзов. Под их эгидой каждый год в республике проходит спартакиада трудовых коллективов. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.